амаль 10 гадоў у глыбокай канспірацыі. Таямнічы і адзін з найбуйнейшых гаманцоў Александра Лукашэнкі, пра якога вы не ведаеце. Гэта пры тым, што цягам апошніх 3 гадоў міжнародная супольнасць, ну можна сказаць, зямлю рые, спрабуючы выкрыць набліжаных да Александра Лукашэнкі дзялкоў, якіх яны падазраюць у размеркаванні карупцыйнай рэнты сярод беларускіх прыўладных эліт. Здавалася б, не засталося аніводнага значнага гульца, які б не трапіў у санкцыйныя спісы або прынамсі на старонкі медыяў. Але, як выявіла расследаванне журналісткі БРЦ Аліны Янчур, аднаму з іх дагэтуль удавалася весці дзейнасць ніжэй радараў, дзякуючы швейцарскім бізнес-агентам і ператасоўванню офшорных пракладак. Гэтае расследаванне частка глабальнага праекту Cyprus Confidential, міжнародная калабарацыя, якая раскрывае таямніцу офшорных падатковых гаваняў. А зарганізавалі это ўсё міжнародны консорціум журналістаў-расследавальнікаў і Paper Trail Media. Расследаванне наша пачынаецца ў Швайцарыі. Женева. Горад на захадзе Швейцарскай Федэрацыі – гэта адна з дыпламатычных сталіцаў свету. Тут знаходзіцца штаб-кватэры шматлікіх агенцтваў ААН, калісьці тут засядаў папярэднік ААН Ліга Нацый. Ну і горад таксама славіцца старадаўнімі традыцыямі банкаў і фінансавых паслугаў. Паводле афіцыйнага сайту горада, Женева – шосты найбуйнейшы фінансавы цэнтр свету. Тут, паводле гэтага ж ресурсу, знаходзіцца болей за чвэрць усяго сусветнага прыватнага капіталу, які вывелі з краіны паходжання. І тут, у адным з прэстыжных раёнаў городу каля Женевскага возера да 2017 года знаходзілася штаб-кватэра адной з кампаній, якая вось адміністравала гэтыя прыватныя капіталы. Stevel Management. Яе ўласнік Стефан Брунер. Гэта імя часта сустракаецца ў Швейцарыі і Нямецчыне. Яго неадметнасць акурат і пасуе да дзейнасці нашага героя. Ён імкнецца да максімальнай канфідэнцыйнасці. Нават у сваіх соцсетках ён не выставляе свой фотаздымак. Яно і не дзіўна, бо ягоны бізнес патрабуе максімальнай утойлівасці. Бо без гэтага яму наўрад ці б удалося заслужыць давер гаманца Александра Лукашэнкі, які выводзіць даходы ў офшорнай юрысдыкцыі на экзатычных выспах. У 2012 годзе ее развяз, які тады ўваходзіла Вялікая Брытанія, уводзіць санкцыі супраць шэрага гаманцоў Александра Лукашэнкі ў адказ на жорсткае здушэнне пратэстаў супраць меркаваных фальсіфікацыяў на выбарах 2010 года. Найбуйнейшым нафтавым гаманцом тады не лічыўся ані Юрый Чыж, пра якого вы чулі, ані Мікалай Верабей. Гэта быў такі Анатоль Тарнаўскі. Вы ягонае імя, хутчэй за ўсё, не ведаеце, але 10 гадоў таму яно гучала, нягледзячы на тое, што ён заўсёды стараўся трымаць нізкі профіль. Кампаніі Анатоля Тарнаўскага рэгулярна ўваходзілі ў дзясятку найбуйнейшых падаткаплатнікаў Беларусі. А ў 2006 годзе ягоная фірма Univest M стала трэцяй найбуйнейшай падаткаплатніцай пасля двух нафтаперапрацоўчых заводаў – Мазырскага і Наваполацкага. Асабліва блізкія адносіны Анатоль Тарнаўскі меў з сям'ёй сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя. Жонка Дмітрыя, Ганна Лукашэнка, працавала намеснікам генеральнага дырэктара вось гэтага Univest-M. Я нагадаю, хто не памятае, Ганна Лукашэнка – это тая самая, хто атрымала славу, дзякуючы Сергею Чалому, як Ганна Сялук. Пад гэтым псевданімам яна запісвае песні, прысвечаныя Александру Лукашэнку. Надёжнага і сільнага, і чеснага, і смелага, не абіжайце просто без причины. Сам Анатоль Тарнаўскі нарадзіўся ва ўкраіне ў горадзе Керч Крымскай вобласці, але мае расійскае грамадзянства. Беларускі бізнес ён увайшоў у 98 годзе. Тады ён заняў пасаду віцэ-прэзідэнта Слаўнафты. Гэта была такая кампанія міждзяржаўная беларуска-расійская, якая выкупіла амаль палову мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Узначальваў Слаўнафту тады Міхаіл Гуцырыеў, расійскі алігарх і сябр Александра Лукашэнкі, які летам 21 году трапіў пад еўрапейскія, а потым і пад брытанскія санкцыі, як адпаведна гаманец Александра Лукашэнкі. Больш пра дзейнасць Тарнаўскага ў Беларусі мы распавядзем крыху пазней. А пакуль вернемся да нашага непублічнага героя Стефана Брунера. Праз некалькі месяцаў пасля таго, як Тарнаўскі патрапіў пад санкцыі ў сакавіку 2012 году, Брунер заснаваў на Кіпры кампанію Medisoil Trading. Дакладней, заснаваў не ён, а офшорны правайдер Merit Servus з дапамогай сваёй дачэрняй кампаніі FinService Trustees. FinService гэта сёлета і лета згадваўся ў прэсе як намінальны акцыянер кампаніі расійскіх алігархаў, такіх як
Константин Малафеев и Роман Абрамович. А на початку года журналисты писали, что Финсервус належит буйному кипрскому провайдеру корпоративных послуг Meritservus. Короче, это компания, которая специализуется на том, как володать акциями сотни у инших компаний по доручению своих клиентов. Ставить там номинальных власников, которые не дают зрозуметь, кто соправданный власник. Итак, в 2012 году Финсервус засновывает на Кипре фирму Medisoil Trading и в тот же день передает ее власництво Стефану Брунеру, які номінально тримав цей пакет акцій, покуль з Анатолія Тарнавського не зняли санкції наприкінці кастрычника 2014 року. Уже у 2015 році довіреність у якості власника Medisoil Trading підписувала дочка Анатолія Тарнавського Наталя. Фірма одразу ж почала працювати на велізних оборотах. У 2013 році у розгар санкцій Medisoil Trading показувала виручку більш за 50 мільйонів доларів, але це був тільки початок. У 2020 році Medisoil Trading заробляв уже больше за чверть миллиарда долларов. А поводле опошней доступной справоздачи этой компании, у 2021 года она имела выручку уже по мерам 333 миллиона долларов. Поводле документов проекту Cyprus Confidential, Medisoil Trading закупала нафтопродукты у белорусской нафтовой компании, скорочена БНК. Сдавалось бы, чему не? Белорусская нафтовая компания обвещает открытые конкурсы на нафтопродукты Мазырского Дніпропетровського МПЗ. Их можно купить кто хочет и перепродать потом кому хочет. Але ближайшее выучение одного из контрактов Medisoil Trading показывало, что он не дотычит ниводного открытого конкурса БНК, захованного в архиве. Тобок выглядает, что национальный державный нафтовый трейдер БНК заступав Медисойлу товар на особливих умовах. Medisoil Trading так само купляла нафтопродукти у Росії, а потім продавала їх глобальним нафтовим трейдерам. Агулом з 2012 по 2021 год Medisoil нагандлював більш чим на 2 мільярди доларів виручки. Анатолій Тарнавський не став відказувати на наше питання об співпрацівництві Medisoil Trading з білоруською нафтовою компанією. Але в його офісі нам дали номер його помічника Сергія Валерійовича. Поводле інформації кіберпроцесу Партизан, гэты нумар належыць кампаніі Тарнаўскага Юніверстэм. Зараз, верагодна, ім карыстаецца Сергей Капітанаў, які раней займаў пасаду намесніка дырэктара Юніверстэм. Алло, да, Сергей Валерьевич, добрый день. Анатолий Андреевич дал телефон, сказал с вами переговорить. Ну, вообще, лучше, конечно, встретиться. Он вас предупреждал? По поводу чего? Ну, Medisoil. Medisoil. Ну, нет, еще не предупреждал, поэтому по еще не звонил. Но если он говорил, значит, я хочу встретиться. Ну, понимаете, о чем речь, да? Я представлюсь, я Станислав Ивашкевич, руководитель Белорусского расследовательского центра. Слышали о таком? Нет, не слышал. Скажите, пожалуйста, мы журналисты-расследователи, вот сейчас мы провели расследование по вашей этой компании Medisoil, значит, у вас получается за 10 лет оборот с БНК около 2 миллиардов долларов, правильно? Ну, не знаю, я не считаю такие цифры, я не готов вам сейчас ничего подтвердить. Скажите, пожалуйста, были среди них вообще партии, которые с аукциона уходили? Давайте мы не по телефону это все обсудим. Агульный прибыток за гэтые годы выглядая вельми стипло, каля 10 миллионов долларов. Але на самом деле, как правило, у офшорных сетках прибытки оседают не в европейских юрисдикциях, а у тех фирмах, которые находятся у юрисдикциях с нулевыми альбо вельми низкими податками. Частка грошей Тарнавского выявляется у него не в выгляде прибытков, а как пазыки от ягоных же компаний у офшорных зонах. Гэтак, Medisoil брал кредиты у інших фирмов, связанных с Тарнавским, коли той был под санкциями. У тем лику, у такой Unix Trading. Та я в свою чергу отримала амаль 70 миллионов долларов под выглядом кредита от панамской компании Santorini Management, реальным власником якої з'являлась Наталя Тарнавская, дочь нашего героя. Я думаю, что гэтая схема руху грошей утримлівае множество факторов рызыка. Один из их выкарыстання компаний, зарегистрованных у разных юрисдикциях, связанных с особой, на якую накладены санкции. Таким чином, незалежно от того, ти належить она дашце особы, на якую накладены санкции, ти особе, якая ранее оказывала послуги особе, на якую накладены санкции, гэта пэўна выклікае подозрение. Гэта можа быць способом обысці санкции. Такі способ структурування пазык дазваляе ажыццяўляць рух грашовых сродкаў паміж злучанымі арганізацыямі, што ў сваю чаргу дазваляе фінансаваць наступную
легальную деятельность этих компаний. Таким чином, коли санкции накладенные, то по сутности их обыходить, по имя человека с санкционного списку нема у документах. They're essentially being avoided because the person's name is not on the documents themselves. Як конкретно сім'я Тарнавських вывозила свои прибытки у Панаму, на момент публикации расследования мы показать не можем. Зато и можем прикинуть, какую нагороду отримав швейцарский консультант Тарнавських, той самий Стефан Брюнер, за свої послуги, коли була реалізована ця схема. У гади санкцій супер Тарнавського у фінансових справоздачах Medusol Trading з'являвся радок узнагородження директорів як виконавчих. Суму узнагородження склали 590 тисяч і 623 тисячі доларів за 13 і 14 роки відповідно. Імовірно, це і був гонорар нашого Стефана Брюнера, який у ті роки і був номінальним власником Medusol Трейдинг. Таким чином, подсправоздачные специалисты, которые задеяны тут, юристы, бухгалтеры и агенты по створению юридичных особ, повинны проводить еще больше старанную комплексную правовую оценку этих компаний, как упевниться, что у той час не назиралось обыходу санкций. Подобно тут мае место конфликт интересов, коли человеку платят за то, как он выступал у якости номинального директора. А вот и сам загадковый консультант Стефан Брюнер, который смог сховать свой твар от громадскости, але не от журналистов БРЦ. Ягоное фото мы нашли в документах панамского досье. У одним из наших попередних расследований, у супрацы с УСРП, еще по панамских файлах, мы показали, как компания Стефана Брюнера Stable Management допомагала Тарнавскому обыходить санкции уже наупрост. Не ускоренным чином, а наупрост. Гэтая компания уговорила іншого офшорного провайдера Mossack Fonseca прибрать Тарнавского с задним числом, задней датой, с уласника офшорной компании Roping Marketing. Эта компания Roping володала часткой его нафтового бизнеса у Великой Британии. На место Тарнавского уласником Roping Marketing поставили иншую офшорную фирму, номинальными уласниками якой были супрацовники Стефана Брюнера. Это еще одна проблема, с которой сейчас сутыкаются улады, которые вводят санкции у США и в развязи Великой Британии. Яны вводят санкции не только супрать олигархов и их семьев, але и супрать профессийных поставщиков послуг, которые представляли им послуги на протягу многих годов и, махчима, так само выступали у якости номинальных уласников. Таким чином, попередний досвид применения режимов санкций привел нас до того, что сейчас принимаются сетковые санкции супрать членов семьев конкретных людей, а так само специалистов, которые представляют им послуги. Кончатковым бенефициаром Roping Marketing была дочка Тарнавского Наталя. Вось, до речи, сама Наталя Тарнавская на закрытом показе картин. А тут Наталя позирует со своей дочкой. А тут уже вся семья гуляет на масштабном святковании 16 года внучки Тарнавского Софии. Девчонки организовали баль, а на видеоспровоздаче со свята засветился и сам дядуля. Таким чином, дякуючи высилкам швейцарского консультанта и таким офшорным менеджерам, как Mossack Fonseca, який зачинился после журналистских расследований, або киприотского Merit Service, Анатолий Тарнавский не потрапил ни под один из 8 санкционных пакетов ее развязу за опошние 3 года, накированные супрать гаманцу Александра Лукашенко. Хотя он протягивает зарабатывать у Беларуси у тымлику, дякуючи оточению Лукашенко. У приватности, у Менску зарегистрованная компания Ubud, якая належала Тарнавскому до лютого 2019 года. Менавіта Ubud выступила генподрядчиком будовництва приватной школы у Дроздах, якую заснавала маці Миколая Лукашенки Ірина Абельская. Будовництво почалось у 2018 годзе, калі бенефіцарам Ubud'а быў Анатоль Тарнаўскі. Яго даўні калега, расійскі мільярдэр Міхаіл Гуцарыў, планаваў класці ў гэтую ж школу Абельскай 12 мільёнаў долараў. Паводле крыніцаў БРЦ, менавіта ў гэтай школе і вучыўся Мікалай Лукашэнка пасля таго, як у жніўні 2020 году забраў дакументы з ліцэя БДУ. Там жа вучыліся тры дачкі Дмітрыя Лукашэнкі, а таксама дзеці іншых чыноўнікаў з атачэння Александра Лукашэнкі. Алло, добрый день, Ирина. Да. Абельская, да? Ирина Абельская. Я вас слушаю. Станислав Ивашкевич, Белорусский расследовательский центр. Хотел вас пытаться, скажите, какие у вас дочинения с Анатолием
Тарнавським. Юбут так само займався реконструкцією сядіби Ваньковичу, це історико-культурний об'єкт, у ресторан «Сядіба». Їм володає сім'я Тарнавських праз кіпрську компанію «Перфектомія Enterprises», яка так само брала кредити у Medisoil Trading у 2013 році, коли Тарнавський був під санкціями Євразв'язу. У 2016 році ресторан «Сядіба» почав кормити чиновників і силовиків. Предприємство неодноразово оказывало послуги харчування митному комітету, слідчому комітету, головному управлінню, командуючому внутрішніми військами МУС, комітету державного контролю і департаменту виконання покарання. У 2022 році гэты бізнес принес 227 тисяч рублів чистого прибутку. Відомо, у порівнянні з нафтовими прибутками Тарнавського виглядає як мізерна сума, але зато силовики задоволені, покормлені, а гэта, напевно, так само для його дорогого коштує. Апрача того, раней Перфектомія Enterprises володала іншими ресторанами у Мінську. До липня 2021 року Белороса і до 2017 року Лімончелло. Так само Юбут будував масштабний проєкт мініполіса Каскад. Гэта цэлы раён у цэнтры Менску, які ўключае ў сябе жылыя дамы, бізнес-цэнтры і аб'екты сацыяльна-бытавога прызначэння. Той самы пратэсны каскад, які многія беларусы памятаюць па 20-м годзе па гіганцкіх сцягах, якія развіваліся тады паміж дамамі. Памяшканні і офісы ў будынках Каскад і Каскад Альфа можна арендаваць, звернувшыся ў кампаніі Unisoil і Resurs.co. Бенефіцыярам Unisoil з'яўляецца Анатоль Тарнаўскі. Укладанні гэтай кампаніі паводле фінансавых справаздач у інвестиційну нерухомість павелічуються з кожним годом. Коли у 2021 році вони складали 12,5 мільйонів рублів, то у 2022 році вже досягнули 14 мільйонів з хвостиком. Доходи від інвестиційної діяльності у минулому році тої компанії – 7 мільйонів рублів. Resurs.co – це друга компанія, яка здає в аренду будинки Каскада, так само належить сім'ї Тарнавських. Це єдина компанія в Білорусі, якою володують навпрост, а не праз інші фірми прокладки чи офшорки. Анатолію Тарнавському там належить 45% акцій, стільки ж ягоної жонці Вользі. Компанія шмат укладає у інвестиційну нерухомість. У 2021 році 7,5 мільйонів рублів, у 2022 амаль удвоя більше – 14 мільйонів. При цьому доходи від інвестиційної діяльності Resurs.co за минулий год – 7,5 мільйонів рублів. У телефонній розмові Resurs.co нам підтвердили, що будинки, які вони здають у аренду, належать самій компанії. А це все ваше помещение или вы как посредник? Да. Угу. Да, мы не посредники, мы собственники. Это наше здание и на Якала, и на Кальварийской. Вот, так что это все наше. Мы сдаем своем. Далее, выучаючи эту фирму Resurs.co, одну из двух, якая сдает будинки Каскаду, мы бачили еще там 10-процентную долю фирмы UK Development. Глядим, кто ее бенефициар, і з'являється у бізнесі Тарнавського його другая маловідомая дагэтуль дачка – Ганна Тарнавская. До речі, власником бізнес-центра «Каскад Альфа» з'являється менавіта UK Development. Дякуючи гэтаму зліву, ми так само довідаліся, що Тарнавський має вялікія сувязі і высокія не тільки в Беларусі, але і у Росії. Глядзіце, яким чином ми гэта довідаліся. Ёсць такая компанія «Менші Прилці», якая працює в Беларусі. У 2015 годзе її власником став росіец Сергей Яулахов, який застаецца ім дагэтуль. А до гэтага Сергей Яулахов займав посаду віце-президента Транснафти, найбуйнейшої у світі трубопроводної компанії у галіне транспортировки нафти і нафтопродуктів і власниця тих трубопроводів, які помпують нафту у Білорусь. Як пише російське видання «Проєкт», Яулахов був намісником керівника Транснафти Семена Вайнштока, який лічився вельми близьким до Владимира Путіна чоловіком. А син Сергія Яулахова, Мікіта, працює венчурним інвестором, а так само з'являється акціонером Funlane Holdings Limited, яка 14-го года по соковик 23-го так само володала фирмой Mainship Realty. Вот такие вот семейный бизнес у Беларуси, керавництво Транснафт. А ранее, с 11 по 13 год, власником этой фирмы лечился юрист Петр Васке. И вот у переписки с кипрским офшорным провайдером Merit Service Васке называет Тарнавского своим партнером и клиентом Merit Service. Ваша компания для нас открыла три компании – Tibit, Kaplan, Stilleron – и ведет их сопровождение. Активной работы с нашей стороны по данным компаниям не было. На сегодняшний момент у нас и нашего партнера, вашего клиента, Тарнавского Анатолия, есть необходимость в проведении расчетов между собой по взаимным обязательствам. В качестве основания платежей мы хотим провести следующую сделку. Компания Tibit продает компании Тарнавского Анатолия 100% акций компании Stilleron. В 2022 году у активах Mainship Realty значилась инвестиция
пожизненная нерухомость на сумму 4,5 миллиона рублей. Але дальнейшее наше расследование показало, что сувязи Тернавского в Москве могут сягать навод до наивысшего керавництва России. В разгар репрессии у Беларуси в 21-м годе Анатолий Тернавский отримал орден Велебного Серафима Саровского третьей ступени от Российской Православной Церкви. Бизнесовец уходит у склад опекунской рады Свято-Троицкой Сергиевой Лауры. Там компанию ему складаются наближенная до Владимира Путина гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, министр обороны России Сергей Шойгу, первый наместник керовника администрации президента РФ Сергей Кириенко. А пробашч этой лауры – патриарх Кирилл Московский и всея Руси, который подтримливает Путина и ухваляет войну России супроть Украины. Сама лаура – уподобанное место у Владимира Путина, и он периодично наведывает ее с патриархом и архиереем. В 2023 году, в разгар ворвания в России во Украину, отбылся еще и скандал, когда Путин распорядился передать этой лауры своей любимой картину «Рублева Троица», хотя там нема умовов для заховывания такого помника мастерства. Итак, что мы высветлили по выниках нашего расследования? Найбуйнейший нафтовый гаманец Александра Лукашенко при допомозе швейцарского бизнес-агента зарабатывал, не глядя на санкции, 10 годов тому, а потом Тернавский так удало сховал свое дочинение с уладами Беларуси, что его на имя навод не усплывало сярод кандидатов на санкции в опошние 3 года. Только одна Канада увела супроть его обмежевание у 2022 года. Режим санкций Канады супроть России и Беларуси является мощным и оказывает нарастающий тиск на Путина у отказ на российское уварвание во Украину. Канада так само заховывая санкции у дочинения до Беларуси у отказ на грубые и систематичное порушение правов человека. У одной компании Тернавского ранее працевала Ганна Лукашенко, другая побудовала школу для детей белорусской элиты, установой эдукации опекуется Ирина Абельская, мати молодшего сына Александра Лукашенко. Компания дочки Тернавского отримливает нафтопродукты от белорусской нафтовой компании, принамсі частково паза конкурса. С документов бачно, что Медесуэл Трейдинг продает товары трейдерам, с якими БНК могла бы гандлевать наупрост, а значится зарабатывать на премии от сделок. Суммарный оборот Медесуэл Трейдинг за 10 годов превышает 2 миллиарды долларов. Так само мы выказываем поддяку нашим патронам, якія падтрымліваюць наше расследаванне рублем. Их імёны и ники вы бачите на нашем экране. Вы так само можете падтрымаць БРЦ праз кнопку «Супер дякую» на ютубе або на платформе Patreon.